Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом творожного крема, с помощью которого можно делать прослойку для любого торта, а также он хорошо подходит для выравнивания. Для начала перекладываем творог в чашу, добавляем сахарную пудру и ванильный экстракт и взбиваем с помощью блендера до однородного кремообразного состояния. Если творог у вас слишком сухой, в этом случае его необходимо перетереть с помощью сита и уже потом пробить блендером. После того, как мы пробили творог блендером, вот такая творожная масса должна у нас получиться. Теперь добавляем холодные жирные сливки и миксером взбиваем до устойчивых пиков. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Будьте аккуратны и постарайтесь не перевзбить сливки, иначе они расслоятся и в итоге с кремом уже ничего нельзя будет сделать. Приблизительные порции крема для торта разного диаметра я укажу в описании под видео. В результате вот такой вкусный и нежный крем с однородной текстурой у нас получился. Контролировать густоту крема вы можете, добавив больше или меньше сливок. И, как я уже сказала, крем подходит для выравнивания, прослойки торта, а также для капкейков и других десертов. А я вам пожелаю хорошего настроения, новых творческих идей, открывайте в себе новые таланты и скоро увидимся!